Сейчас находимся в городе. Этот дом мы делали, работали, и она, хозяйка, купила себе вот такой вот дек. Мы сказали, она нас попросила. Ну, конечно, все это не бесплатно, чтобы привезти дека. Мы его погрузили на трейлер, а сейчас будем разгружать. Вилла загоняет под низ. Экстеншнс эти красные еще под низом оранжевые одеты, чтобы форки были еще дальше. Нам этот трейлер надо будет поднимать. То, что когда наводнение это было, потом речка вышла 2 года назад, дом немножко повредился. И сейчас надо дом будет поднимать еще. Вот как от нижней до окна до сюда на такое расстояние. Ну, это где-то 24 инча. И старый дек мы уберем, а этот поновее подставим. Если вы вдруг думаете, что так чаще видео не выкладаю, потому что заняты мы на работе, а видео с работы я просто не снимаю, то что времени нету. И что показывать? Крышу тоже мы тут на трейлере на этом накрыли. Поменяли неделю назад. Все, трейлер разгрузил. Дека. Так вот люди вот живут. У этой женщины тоже сейчас разбирают, ей делают. Кто чем может, тот то имеет. Чем может, тот имеет. Ну, так, в принципе, город чистый. Ну, а живут вот именно в таких вот вагончиках, как мы делали вагончика. Мы, он уже продался, ему уже все забрали у нас. И лестницу сейчас разгрузят. Пацаны все достанут. Филипп наезд ставит. А Игорь там. С лестницы. Тяжелый Филипп? Нет. Ему ничего никогда не тяжело.
У нас или скейт-стир большой, или трейлер маленький. Я думаю, и то, и то. Чё, плохо? Мы заезжаем, прям место. Места нету. Нам надо новые колеса, новую резину. Потому что мы приехали с Кеба, на это колесо было сдуто уже третий раз за месяц. Игорь, ты колеса на скейтстер нашел? Да, нашел. И почем, а заодно? 400? Почти 400, да. А на трака нашел? Да. А на трака почем? По 200. Новый за колесо. Так что нам надо скейтстира новую резину одевать. На зиму не пойдет. Сегодня следующий день, приехали еще на работу. Вот я вам начала снимать вчера, где мы работаем. Хочу сейчас показать. Мы делали забор старый, сейчас будем увозить на свалку, выкидывать. И вчера мы не успели доделать. Сейчас вам помогу, покажу. Do the same distance. Последние, наверное, 20. Сколько нам тут осталось? 20 фитов. Бабушке стоял забор белый 30 лет. И вот сказала, надо его поставить новый. Ну, забор небольшой, 6 фитов высоты. У нее собачка. У нее был чуть ниже, но мы ее уболтали. Давай, говорит, чуть повыше сделаем. Вся доска есть. Прошерчирит. Я говорю, если хочешь, крась. Она говорит, не буду красить ничего. Такие вот ярды в городах. В тауне бабушка живет. Доделали калиточку. Все. И заборчик последний. Сейчас еще останется. Сдадим назад. И еще немножко сверху тремануть. И все будет закончено.